занимается развитие национального вида спорта кирежу, борьба на поясах. Это захватывает, это зрелище, это смотрибельность. Поэтому я думаю, что впереди у нашего вида спорта национального чувашской борьбы большое будущее. Можно победить в шахматах. Такое противостояние интересное получается, да, естественно, кто-то сел, у кого-то сильнее бокс, да, у кого-то шахматы. Бывают нокауты, бывает явное преимущество, но и также и в шахматах.